Вон там бегают две белки прямо перед грузовичком. Они, конечно, далеко. Но мы их сейчас попробуем догнать. Так просто белки бегают по деревьям. Одна тут, одна под грузовиком, под правым задним колесом. О. Одноэтажная Америка. Тут еще олени гуляют. Самое спокойное место в мире, наверное, чтобы жить. Растут такие елочки. Потом падают на дома, когда будет ураган. Это такой кружок для разворота машин. Этот домик стоит 265 тысяч долларов. Двухэтажный и пустой. Зато очень большой внутри. И вот так его продают. А вон еще одна белка. Третья. Лезет вверх. Ладно. Пере.